Гранд мира возвращаются. StarLadder TV совместно с iLeague представляет новый сезон Star серии. Вас ждет более 100 бескомпромиссных баталий сильнейших коллективов СНГ, Европы, Америки, Юго-Восточной Азии и Китая. Только 12 лучшим командам достанутся путевки на LAN-финал. Решающие сражения пройдут в столице Беларуси на площадке спортивного комплекса Минск-Арена, готовым принять ни много ни мало 18 тысяч зрителей. Освещать все матчи сезона для вас будут хорошо известные и любимые вам комментаторы. Призовой фонд турнира вырос более чем в 3 раза, до 300 тысяч долларов США. Теперь следить за всеми сражениями сезона Star серии в Dota TV можно бесплатно. Лучшие команды мира на одной сцене. 12 претендентов, 1 трофей. Смотри трансляции и болей за своих. eGaming Bets. Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реферальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платежных систем. Dota 2 и Hearthstone, Counter-Strike и StarCraft, World of Tanks и League of Legends. EGB.com. Ты точно знаешь, кто победит. Всем еще раз привет, мы смотрим за StarLadder, регион Китай, вторая часть групповой стадии, команда ДК против коллектива и Home King, вторая решающая карта, напомню, на первой карте и Home King смогли таки дожать своего соперника. Да, было проблемно. 60 минут, хотя преимущество было там уже на 30 минуте больше 15 тысяч. Но так и смогли, додавили. Хотя ДК, знаете, уже были очень близки к тому, чтобы взять заветную еще одну рапирку и додавить своего соперника. И с отставанием в 30 тысяч от своего соперника победить. Но не получилось. Были близки, но это было очень маловероятно. Ну что ж, переходим к драфту. Команда ДК. В пике Night Stalker, Туз, Queen of Pain. Home King отвечает пиком Шадуфинда, Шейкера, Андаинга и Хускара. Интересно, очень вариант, особенно в Китае. Не часто видишь Хускара. Баны, баны, баны. Банит команда ДК Нагу, Сирену, Слардара, Клока и Дизраптора. Home King банит Спиритбрейкера, Думбрингера, Эншит Апаришена и Баунти Хантера. ДК добирает себе еще и Фэнтом Лансера. Да, пик очень грозный, пик на хороший лейт рассчитанный, кстати, с Лансером, с Квапой, в принципе, может что-то будут и выдумывать. Ждем последний бан. От команды Home King.
Завтра будут продолжения Китая. Также будет очень много игр. Будет 6 карт по расписанию. Это команда CDC, Yas и FT, Winx, Insane Buster и ESD против EHOMEL. Остается всего 2 игрового дня. То есть будет пятница и суббота. Много китайской доты, а потом перерыв. Там, возможно, будут, конечно, тайбрейки. Но если не будут, то будет перерывчик на StarLadder'е уже до окончания мажора, а вот уже после мажора будет много StarLadder'а, и Америка, и Европа, и Азия, и Китай будут уже адовая заруба, будут лучшие команды своих регионов представлять себя и доказывать, кто же достоин поехать на LAN-финал в Минск, который будет в январе. $300 000, большего призового фонда еще в принципе не было. На StarLadder'е очень много денег будет разыгрываться. Банится Dazzle, банится Винтер Виверна, и Home King добирает себе Vengeful Spirit. Интересный выбор, конечно. Не совсем понятно, почему именно Венга, почему не кто-то другой, ну. Посмотрим, то есть не знаю, может быть, какой-то Вич-Доктор мог залететь. Но залетает именно этот персонаж. Ждем последний пик от команды К. Времени у них подумать много. Ну и ждем. Что же ребята выберут? Наконец! Кстати, да, игра в Dota TV. Заходите, смотрите. Наш админ сказал, ой, ребят, я тут просто мне билет не получилось поставить, поэтому, знаете, я подумал, что я не буду его ставить, я не буду даже пытаться. Сейчас он перезашел в Доту, и, о чудо, мы можем смотреть игру непосредственно в Dota TV. Ура! И вы, и я, всем стало лучше. Ну, мне-то ладно, но вам лучше. Заходите в Dota TV, не пропускайте First Blood'ы и смотрите Доту, как вам хочется. Ну, либо если вас Twitch лагает, заходите также и смотрите. Дабы уж точно ничего не пропустить. ДК призадумались. Напомню, для ДК эта игра уже ничего не решает. Они покидают турнир. 100%. Хотели бы они это или нет, но... Для них StarLadder уже завершен. Ну, это Бэйн. Ну, так вот решили, ребята. Добрать себе Бэйна. Опять же, очень популярный нынче саппорт. Стал очень опасный саппорт. И выбор неплохой. Ну что ж, в этот раз можем пройтись вроде как по никам. Хотя нет, такие ники у ребят, что какой-то ужас. Ну, вот Пиао есть, Кпи есть. Вот этих ребят, которые я более-менее помню. Ну, вот это вот отлично просто. GDH. Ускорник. Черт с ним. 8 тангусиков. Заявка на Magic Wand. Поглядим. Пики вроде как интересно. Особенно команда Home King. Вот этот Хускар он всегда радует. Всегда он может делать чудеса. Один там против пятерых стоять. Просто как Рэмбо воевать. Так что давайте ждем борьбы. Ждем по-настоящему крутой доты. Как же без этого? Копье, Вандаинга, полетело, отличный ДК, по трем аж героям и просто 800 хп, 74 урона, у Хускара огромный неприятность, минус Хускар. Вандаинг также не жилец, хотя ДК еще один будет и... Нет, не будет даже.
The battle begins. Избирая руну. Здесь очень четко. Vengeful Spirit дала стан, пришла и руну просто забрала. Вот это очень четко было, очень круто. Сделано. Да, две руны за командой Ехом. Но First Blood отдали. На First Blood отдали. На центре Бейн. Больновато. Пришел гонять, а на теле гоняю теперь его. Парадокс, Брейнсап и Vengeful Spirit поразменивалось. Ну, конечно, у Бейна намного больше урона под ну, талисманом. 67, если бы точнее. И ничего сделать не сумел. Здесь товарищ 876. На топе Хускар будет стоять в харде. Ну, Лансер здесь, конечно, не придется очень легко. Шейкер внизу против Туска, и тот руку должен фармить. На топе будет сам экшен. Тут, я думаю, на топе и на центре, кстати, Бейн. Брейнсап, еще один удар, надо еще одну плюху. Но там отличная пласка от Пиао, и живет Пиао. Но прыгает Queen of Pain, и Queen of Pain, а может быть далековато. И вот он койл раз, а вот он койл два, еще один койл и минус. Queen of Pain поверил в себя. Айчен и погиб. Живет Шадуфин, правда нету фласки, придется идти на базу, пешочком топать, но забрал фраг, получил, сколько там, 315 золота, сойдет. Вполне себе сойдет. Стрелы на QD, QD больно, QD назад, ну и QD уходит. ДКчик еще один прилетает. Нас там внизу все-таки погибает. Шейкер, да, пришел Бейн, брейсапом помог. Ну и плюс, разумеется, шарды, сноубол. Это, разумеется, как и без того. QD, больно, QD уходит, ну да, больно, действительно больно. Все уже танка проел, который мог проесть. А с это лишь стики. Но со стиками далеко не уедешь. Нужно это понимать. На центре Пиао. Гоняет своими шедурейзами. Ну, друг друга гоняет, скажем так. Один шедустрейк, второй шедурейз. Вот такой. Оп! Еще! И шедуфин. Больно ведь. Ой, больно ведь. Может быть стоит заденаить, просто пойти на базу? Нет такого варианта, он там ботл летит с другой стороны. Больно. Фу-фу. Если бы Квапа стоял еще на долю секунду подольше, можно было бы и убить. Ну хотя бы заденали, чтобы что-то фендай, время для Квапы было бы безусловно выиграно. Приходит сюда Бейн, не успел он ни Курьера, ни Шадо Фенда никого подцепить, поэтому вроде просто отойти подальше. Назад. Копье. Внизу там тем временем снова проблемы, правда, в этот раз. А, ну да, то же самое, тоже комбинация Бейн. Ой-ой-ой-ой, Шейкер, еще бы немножко, вот от тем удары можно было бы убить, ну. Очень грамотно сыграл, в итоге жив, цел, здоров. 3-1, начало за ДК. Довольно уверенно ребята начинают. Проблема только лишь на топе у Лансера. Три крипа. Это явно не то, что хотелось бы получить в мейкере команды ДК. Идет курьерчик для Ронга. Ронг ведет себе ботинок. Ночь через 3 секунды. Вот она и ночь наступает. Хорошо. Чего будет? Чего ночью будет творить этот Ронг? Пойдет ли куда-то? Левел. В принципе, неплохой. Есть Сайленс, есть Войт, есть пассивочка. Всего понемногу. Но пойдет ли куда-то? Вот чем вопрос. Пойдет ли в атаку? Внизу Шейкер зажимается по своих лесах, да, сложновато. Бейн пришел и просто совершенно все испортил. Был такой хороший фарм, были крипочки, они вот вдруг исчезли. Смещается Туск, левел 5 и Тускар видит Пиао. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! XXC ловит стан, будет Shadow Race.
будет и второй, если надо. Хотя на хосте побежал Пиао. Получает удар от сноубола. И да ладно, Кикси. Шарды. Три. Нет. И на развороте уже Коэл врывает Квинну в пейнт. И неожиданно еще и подцепить можно выживо спереди. Тут Найсталкер пришел ночью. Да, приходит Андайинг. Декейчик. Солрип. Дэмэджа не хватило. И никак не уйти не получилось. Но это Войт и минус Андайинг. Минус три. Размена Туска. Неплохо. Я думаю, Туск доволен собой. Копье полетело. QD. Можно идти в бой. Можно ведь идти. Можно. Есть копье через 3 секунды. Хотя бы замедлить. Нет, тут фласка. И Туск ржавее живых. Фласку сбивает. QD. Больновато. Ну да, главное физдэмэдж. Главное побольше физ урона. Для Хускера копье, в принципе, это не страшно. А вот физтычка, да, это серьезно. Сноубол. Полетели в Хускера. В этот раз минус там. В этот раз уже без шансов. Для Хускера слишком тут много. Опять же, физ урона, которым может команда КП продемонстрировать. Даже тот же Лансер просто бьет эту физрону. Queen of Pain, Sonic Wave, чисто дэмэдж. Тоже очень важная штука. То, что надо для победы против Хускера. Undying, левел 5. Есть второй декей, второй Soul Rip. Без тамбы пока что играет этот парень. И телепорт от Хускера. Что у нас по Эхослэм? Эхослэм есть, но надо манго нажимать будет обязательно. Так, Ронг, Квинвизи, Ронг, приход Queen of Pain, и здравствуйте, Хускер, минус Хускер, дальше, будет прыжок, надо нажать манго, манго фиссура, нет, тотем, Ронг, ну, все равно дает Войт, ну, а почему не дать фиссурку бы, да, может быть, получилось бы, да, нажимает такие манго, и Хослаймом добивает Найсталкера, ну, хоть как-то разменялся, хоть чего-то, саппорта на себя, на оффлейнера. Очень забавно. Ждал до конца, до последнего прямо, что пока не буду уверен на 100%, не дам манго. Либо забыл про него, просто такое тоже бывает. Даже про игроки забывают. Финсгрип, пришел Undying, получил финсгрип и получает от QD по голове минус. Также и Undying. Да, начало за команды КА сокрушительно, больше 2000 ребята ведут. Ну, что ж сказать, красавцы. Сталкер. Четвертый уровень, ботинок. Пока что больше ничего интересного у него не появилось. На топе. QD. Копье кинул. Приходит сюда неожиданно Бейн. С чистым дэмэджем. Брейсапик дал. Стики нажались. Хорошо, но тут Найтвар на Ваукея. И минус Хускер. Также проблема Андайнга. Андайнг без декей. И стики. Отлично, декей. Еще и стики можно будет нажать. Но тут Queen of Pain приходит. Поэтому все равно шансов на выживаемость нет. Хотя стан! Можно убить Queen of Pain. Минус Queen of Pain. Шарды даются. Минус Андайнг. Сикикси. Без чего бы то ни было. Только лишь стики. Также сноубол. И стики. Нажал. Сноубол. Пошел моментально. Попытки уйти. Нет. Тут неожиданно Винга такая пришла. Да, со станчиком своим вторым. Немало урона. Ну и плюс вейв. Также. Оказался очень-очень полезен. Шейкер внизу снова погиб. Sonic Wave плюс Void плюс Silence. Успех. На топе, выход QD, доппелгангер и... А теперь попробуй нужного найди, попробуй его найди. А вот нашли, станчик есть и... Да, Soul Rip, Coil, минус. Вот он мастер. Хорошо, нашли. Но Пэл очень грамотно поступил, иначе никак. Иначе бы просто не получилось. Начал бить просто. Radiant's bottom tower is under attack.
что фида перекрыли. Shadow Fiend. Стоит такой смешной. Пошел сноубол. Опа. Туск. Дает шарды. Панч. Брейнсап. Минус Shadow Fiend. Неплохо сыграно. Опять же, вот этот брейнсап, это чисто дэмэдж, он так сильно будет решать. 300 урона чистого дэмэджа. Плюс Sonic Wave для Хускара, у которого пока что 800 хп. У него вообще ничего нет. Magic Wand. Есть... Blades of Attack и ботинок, это ужас какой-то просто. Наступает эти ночь виртуальная от Night Stalker, и куда же ты пойдешь? Куда же ты пойдешь, Night Stalker? Silence по шейкеру. Ну, дальше продолжение. Там Хускар, да. Хотя много телепортов вниз. Прилетает Туск, прилетает сюда также и Бейн, и вот теперь можно физгрип есть. Кларити нажимаю сразу. Ничего себе жесткий. Это не просто так. Ускора. Прыв. Есть фисурка по двоим. И будет эхослэмчик. Да, есть эхослэм. Хорошо. Финсгрип пошел. Нечем сбить финсгрип. А нет, есть свап. Хорошо. Забыл про него совсем, конечно. XXI. Бежа. Хотя может на развороте? Шарды. Ой, не точно. Шарды от XXI. И сноубол покатился. Непонятное действие от XXI. Хотя врывается Кинул Пейн, Sonic Web есть. Брейнсап. Минус шейкер, панч, минус также Вышел Спирит. 7-18. Снова начало офигенное, только уже для команд ДК. Беду 3000. Убивает всех и вся. Кинул Пейн. Ну вот это Кинул Пейн, так как на прошлой карте, только от команды Гихомана была. Парадокс. Парадокс, одним словом, по-другому не назовешь. Бейн Клейморчик. Тут вариантов-то немного. Ничего себе. Ничего ж себе это будет. Физгрип плюс Лотар. Так вот. Ну, панится, ребята. ДК, опять же, им игра это уже ничего не стоит. Я думаю, и хомы расслабились, как бы могут. Эта игра чисто для турнира. Дабы не ливать с него, а играть до конца. Такой респект гейм скорее, чтобы могли зрители понаблюдать за данным противостоянием. На топе смещается Ронг, рядом стоит XXI, пошел сноубол, замедление есть, врыв, панч, ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же больно, как же быстро все происходит. Хускар у нас играет на 0-7-0, 0-7-0, это просто какой-то ужас, ни одного ассиста, ни одного килла, никакой полезности пока что нету от данного персонажа, ужас. Внизу, Queen of Pain, ставится вард, квап увидят. Видит, но как ты ее подцепишь, что у нее блинкаут и все. Свап это, конечно, круто, но одного свапа не хватит. Radiant's middle tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. На топе. Брейв. На Хускара. Хускар снова погибает. Ну и тэп-аут. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо улетать успеть. Но Рок просто бежать. Там, правда, на хосте Shadow Fiend, здесь она проблема. Одна такая маленькая загвоздочка. Перезгрим. Дается, кастует. Sonic Wave. Минус. Нет, Винга живет до конца. Много очень урона впитывает, но этого явно не хватил. Найтмар. Пожалуй, Финдонс ничего сделать не может. А теперь к нему придут и говорит: а теперь поболтаем. А теперь можем поболтать. Прикнув Souls. Будет. Нет, не будет. Дается Silence, Void и Shadow Fiend. Сейчас взорвется, только уже немножко другим способом. Посмертным. 7.23. ДК просто не оставляет никаких шансов. Shadow Blade от Бейна. 15 минута. По нетворсу Бейн идет. Пятый. Да, невероятно. Невероятно. На центре.
Бисурка, QD, лайфбрейк, уходит Доппелгангер и вейвейдит. Отлично, ХСЛМ по Ронгу, по QD, по ВВК, но толку от него немного. Минус Хускар и также проблема у Шейкера. Сноубол, нет, тут полетел вообще за другим героем. Бинга, стан, опять же посмертный, есть копье, минус Виншифу Спирит. Андайинг, попытка уйти, Андайинг. И тут неожиданно появляется ВВК. Полетело копье, прожимать стики, наплевать, Найтмер и минус еще один герой на карте. Также Пяо подцепили, минус 5, ну что, может, good game напишем, и все. По-моему, тут уже, ну и все понятно, ну да, да, ГГ. И Хомы уже не хотят играть, ну, Хускара, ребят, 0-9-0, просто, 0-9-0. Да, только один пишет герой ГГ, Хускар стоит на базе уже, ну. Расстроены, ребята, расстроены, одним словом. Но опять же, матч особо ничего не решал для ДК, они все равно не проходят дальше. А вот для Home King сейчас вам скажу, решал или нет. Чтобы вам не соврать. И Home King... А нет, у них уже... Хотя для них как раз таки решал очень сильно, им надо было побеждать. Ничего для них это не то, что нужно. Они-то реально могли с группы выходить. Для них игра решала много чего. Я не знаю, почему ребята играли настолько расслабленно. Хускара 0-9-0, это, конечно, круто, но... Но нет. 7-0-13, Бейн. Нормально так Бейн отыграл, нормально. Ладно, друзья, на этом трансляция заканчивается. Переходите все на The Major, там играет команда Virtus Pro против команды OG. Третья карта, смотрите. В общем, завтра будет продолжение Китай, как я сказал, 8 утра. Приходите, смотрите, 8 утра по Москве, 7 по Киеву, 6 по Сету. Ну а на сегодня мы заканчиваем. Спасибо, что смотрели, пока и до новых встреч.